эры. Ни одного солдата нет. Ну, их немножко прикрывает Беркут. Даже если стоит в порядке, участник олимпийский призер. Фамилия его, имя? Гордфрид Денис. Как? Гордфрид Денис. Горд Денис. Гордфрид. Где он? На востоке. Ну, показывайте мне. Призер олимпийских игр по тяжелой атлетике. Где он? Где Денис? Денис! Это вы, Денис? Через 2 недели Олимпиада начинается. Что вы можете сказать? Ну? Как олимпиец? Где? Как, где? Когда? На каких олимпийских играх вы выступали? В Атланте. 96. Хорошо. За Украину уже или за СССР? За Украину. Уже первая была за Украину. Да. Что взяли? Бронзу. Бронзу. Путин начинает Олимпиаду. Все говорят, что Путин пострадает, Путин проиграет Олимпиаду. Ну, ваш прогноз. Россия-Украина. Кто победит на Олимпиаде? Россия или Украина? На зимней Олимпиаде в Сочи 2014. Да, не надо такие сравнения делать. Не надо. Хорошо, тогда пожелайте олимпийцам что-нибудь. Я пожелаю украинскому народу объединения, политической стабильности. Как вас зовут? Назовите, представьте себя. Денис Готфрид. Как? Денис Готфрид, подполковник внутренних войск. Спасибо, Денис. Заслуженный мастер спорта. Бронзовый призер Олимпийских игр. Вы гордитесь этим парнем? Мы гордимся им. И он в боевом строю вместе с нами. Спасибо, подполковник. Не каждый олимпийец будет в строю.